Какая замечательная, одинокая девочка, это Юля. Вижу, ее тут все игнорируют, а ведь в ее руках очень могущественная книга. Надо бы узнать тут получше все, что происходит. Ага, нашел. О, фамильяр, что был призван мною на эту сцену, подчинись и служи мне. А, простите, в этом мне, что ли? Ну, вообще, я обычно так за кулисами говорю волонтер. Но сейчас тут только ты и я. А, ясно. Очередной недоумок, возомнивший себя величайшим призывателем. Ха, уж не знаю, что вы своим воззванием хотели от меня добиться. Но только вот, что я вам скажу. Никто мне тут не будет приказывать. Никто! Но как же? Я ведь использовал твой предмет и привязал тебя. Это что? Моим галстуком? Ну и наклонности у вас. Это что получается? Каждый может разобрать мой гардероб на сувениры и возомнить себя для того, что он получил власть надо мной. Уайризм с манией величия. Макото подходила к тебе, с ней что-то странное происходит. Вообще-то, Акаю сейчас здесь нет. Весь оставшийся вечер с вами будет Тору. Погоди, ты что, прикалываешься? Ты что, как Макото заболел, что ли? А, вижу, я вам тут уже не нужен. Ну что, еще увидимся? А ты кто? Акаю, совет, что как говорил про приз... Это его вызвали? Да, что, да, очень похож на... Ничего не вижу. Очень похож на призванное существо. Юна, а ты что ты такое вообще? Что ты хотела вообще? Что происходит вообще? Понимаешь, с Макото что-то не так. Ты меня узнаешь? Ты меня помнишь? Юна, ну ты что меня за сумасшедшего держишь? Конечно, я тебя помню. Так вот, а Макото не помнит. Пойдем, я все тебе расскажу, как было.